Хей, hey, с вами Шмики, мы продолжаем Реддитеру под названием «История игрушек 3. Большой побег». Окейушки, и на чем мы с вами остановились? Мы остановились на том, что нам предлагают, типа, купить что-то в магазине. Но видите, это нужно еще разблокировать, чтобы купить. Ну, это, типа, хватает и на то, и на то. Вызов. Болдзай, вызов. Парашютист. Приобретено очко своих навыков парашютирования и точность. Используй булзар для передвижения по городу. А-а-а. Ну что, пока что я, типа, перейду на сюжетное поле. Сохранить и выйти, да. А потом мы с вами продолжим. Коллекционная карточка я не собрал, потому мне это не интересует. Видеоигра база. Играть. Да, я буду сейчас очень много кликать, поэтому не серчайте. Здесь не очень легкое управление, сразу вам скажу. Я не могу управлять стреляющими лазерами, поэтому... Оно типа из самонаводка, типа не самонаводка. Ау. Если бы он еще ровно стрелял. Вот монетки, да, мне монетки полезно собирать. Нужно будет посмотреть, где вообще их лучше фармить, эти монеты. Так вот. Почти на месте. Но мы на месте. Окей. Следующий этап у нас получается, если не забываю прыгать и стрелять. Ну вот это вот прикольное на самом деле место. Вот видите, типа метеориты падают, все разрушается. Он
может парить. Ну, не очень долго. Нет, нет, не делай так, идиот! Не врезайся! Ого! Здоровый метеор! Очень здоровый метеор! А сейчас будем монетки собирать. В принципе, здесь можно фармить монетки, но только в начале здесь. Бас? Бас, ты там? Метеоритный дождь закончился. Да, метеорит. Сразу вот 5 монеток. А, стой! Немного другой полет, это в этом. Как он называется? В робоцип. Как он, не робоцип, а этот. Сейчас вспомним. Цыпленок Ципа, во. Тоже нам будет сыграть. У меня много игр именно на таких хороших. Диснеевских, не диснеевских. Прыжки веры, где нужно именно упасть нормально. Только нужно не забыть ни хера. Найс. Баги, 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 баги. Ладно, странно. Что вот это? А, чисто мином. Окей, дальше сюда. Почему я постоянно снимаю? Надо до конца. Так, я пришел оттуда, нам еще туда бежать. А, стой, мне вообще сюда. Ну, короче, это обычные мины.
давайте, роботы, поехали. Ого, это что иное. Короче, мне нужно было, как я понял, успеть после взрыва быстро на них поперепрыгивать. Ага. Я типа улучшил, да? Немного криво стреляет, но ладно. Сказать криво, но не беда. Сука. Ладно, давай попробуем туда. О, можно. Да, можно. Только не долетает. Ну ладно, тогда посрать. Оно вообще по кругу крутится просто. А, то есть они всех уничтожают. Так, походу все. Блин, теперь с помощью этого придется летать. Да, нужно, короче, было те мины оставлять. Но я не знал, что они, типа, и роботов убивают. Thank you.
Все? О, там кратер, там много всего интересного. Нет, вот это все-таки не та зона, которую я вам говорил, а вот это вот прикольная. Типа, миссия. Тут эти лазеры уворачиваться, бум-бум-бум. Все в таком духе. Там успеть невозможно, поэтому сюда. Хоп-хоп. Вот это на самом деле уровень прикольный. Хоп-хоп. Просто держимся центра, да и все. Ну да, за эту миссию много монет я уже получил. Иду вот эта кнопка выключения. Ау. Так я ж не задел, что за бред. А, во. Помните, даже в мультфильме там было, типа, когда кто-то играл Баса Лайтер, и он в конце проиграл. Он вот это прошел. А потом он зашел в комнату с боссом. Ему типа голову отстрелили сразу. Ну, базу. Ха. Подожди, не, я должен сначала выяснить. Еще враги. Я не знаю, дальше вообще на ту сторону или нет. Давайте попробуем, нам все равно вниз.
Ну да, один фиг мне сюда. Ладно, не беда. Так, карусель поехала. Чёртова карусель. Ну, все равно, типа, эта миссия довольно долгая. Почти зацепил, почти. Так, окей. Ну там же электричество не пропадает. Понятно. А так типа я бы упал и умер, да? Если в лазер. Ой, бля. В смысле, я не успел, там немного оставалось. А в смысле, я успел? Так, мне желтый нужен по-любому, зеленый тоже мне нужен по-любому. А давайте, ладно, я попробую тогда отсюда сразу на зеленую, синюю, желтую, розовую надо тогда прыгать. Тут там белые были? Я не видел, чтобы тут белые были. Ну ладно. Я удивлен, как мне не разовило, хотя меня закрыло. Ладно, заберу. Ну, здесь ладно, просто спуск. Ну, в принципе, в мультфильме также было, только немного побыстрее, и сейчас будет битва с боссом. Ясно, понятно.
А, типа, они наперед стреляют, я понял. Заметьте, что это один уровень вышел на 20 с чем-то. Так, мы начинали с Родео, да, но мы в Родео только купили самонетки, коней себе и этих солдатиков. Как мне коня вызвать? Или конь у меня всегда здесь? Гонки с конем. А, типа он меня никак это не подкидывает там сильно. Походу здесь солдатиками надо все делать. Ну, здесь некоторые моменты можно. Сюда, допустим, солдатика нужно было кидать. Туда солдатика, туда солдатика, по-любому. Вон оно что. Сейчас мы солдатиков покидаем. Сейчас золотишко собираем на будущее. Рудокоп. Жалко, что те же самые мячики мне нельзя обменивать на монеты. Интересно, ну хотя бы долети до туда. Нормально. О, нихера за это денег получил. Свои слова обратно, это очень хорошая вещь. Если я буду каждый раз получать по 300. И плюс у меня их двое, то есть в этом городе и в другом городе. Пускай их здесь будет, ну сколько, 10? Ну, орла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, по 300 получаю за каждого. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, тут их дохера. Центр, не центр, здесь все равно. Так, можно как-то быстрее это делать, интересно? Хоп.
Хе. Монати я так деньги буду фармить себе. Можем, в принципе, на этом закончить. В следующей серии докидать солдатиков. Выполнить задание и пойти дальше в сюжетную. У меня еще есть пару игр со свободным миром. Именно старенькие, тоже мультяшного вида. Ладно, давайте на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.